Улыбчиво во всем настроении мы продолжаем вязать слоненка. Следующую деталь, которую мы свяжем, это будут маленькие ручки. Ручки выглядят вот так. И сейчас мы их свяжем. Начинаем вязать, как обычно, с двух воздушных петелек. Один, два. В первую петельку делаем 6 столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше в каждый столбик по прибавке, чтобы получилось 12 столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12. Дальше провязываю столбик в каждую петельку без изменения по кругу, по счету 24 столбика. Провязываем и считаем. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24. Дальше провязываем 4 убавки подряд. Одна убавка, вслед за ней вторая убавка, дальше третья убавка и четвертая убавка. Дальше провязываем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Получается вот такая маленькая деталька. Дальше провязываю столбик в каждую петельку без изменения по счету 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь наполним маленькую эту детальку синтепухом. Наполняю плотненько только внизу, чем выше, тем наполнителя меньше.
Я наполнила детальку и провязываю дальше столбик в каждую петельку без изменения по счету 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше сплющиваю детальку и провязываю насквозь 3 столбика. 1, 2, 3. Оставляю нить для пришива. Закрепляю. И у меня получается вот такая маленькая деталька. Это ручка.